Всем привет. Как можно спрятать все документы, которые у вас есть на панели управления, в жестком диске, там остальное? Ну, как правило, все делают на C. Но на C почему? Потому что удобнее, интереснее. Но есть одно но. Если у вас система слетит, вся ваша информация, хоть у кого, да хоть у генерала, там, хоть у президента, слетит, восстановить практически невозможно. Ну, какие-то можно восстановить, но еще пока такую программу не придумали. Ну, придумали, конечно, возвращение, но они не доработаны, так что восстановить все равно, или просто крах, когда системе будет. Ну, можно, в принципе, и пока вместе здесь. Делаем свойства, если просто здесь. Применяем. Окей. Окей. Все, у вас папки не существует. Видите, как получается. Здесь сделаем вид. Скрытые. Вот они. Вы можете работать весь день. Что хотите, как хотите. Можете хоть переписываться, хоть записаться. Так, потом можете скрывать. Ну и то же самое. Ну вот. Можно, в принципе, ну, можно вот так обвести. Свойства. Ну тут слишком много покажет, но пока 130 гигабайт делаем, применяем. Вот так. Не забудьте то, как выбранным элементом. Окей. Ну вот, надо от имени администратора продолжить. Окей, все. Есть. Но его нет. И, во-первых, у вас его никто не скачает. Любой интернет, любой пользователь, который, или, например, на производстве и все остальное, поверьте, еще пока ни у кого не хватает. Я сколько был, я как прятал, уходил, даже мне вопросов да таки не замечали, куда все делось. В принципе, все, можно вот так то же самое делать. Свойства применить. Окей. Продолжить. Окей. Ну что ж, понравилось, как Куперфилд делает. Всем спасибо, до свидания, пока.